В эфире Азербайджанского телевидения новости, в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эммануилю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики. В письме подчеркивается, что этот год является знаменательной годовщиной в истории азербайджано-французских межгосударственных связей. В этом году, когда мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, мы оглядываемся на достижения минувшего периода, изучаем возможности дальнейшего расширения сформировавшегося в экономической, энергетической, культурной, образовательной и других сферах плодотворного сотрудничества. Считаю, что имеются перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, отметил президент Ильхам Алиев. Далее в письме говорится: установившаяся на Южном Кавказе новая геополитическая реальность создала благоприятную почву для устойчивого мира и регионального экономического сотрудничества. Положивший конец 30-летней оккупации своих земель Азербайджан желает перевернуть страницу войны, нормализовать отношения с Арменией и подписать мирный договор. Верим, что Франция сможет внести ценный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе 5 принципов, представленных нашей стороной на основе международного права. Доведя до внимания, что заложенные Арменией мины на освобожденных от оккупации территориях остаются самым большим препятствием для работ по восстановлению, реконструкции и социально-экономической реинтеграции региона, президент Ильхам Алиев отметил, что 10 ноября 2020 года более 220 человек погибли либо получили тяжелые увечья в результате минных инцидентов. Приветствуя вклад Франции в процесс разминирования наших территорий, глава государства выразил надежду на необходимую поддержку Франции в вопросе прояснения судеб около 4000 наших соотечественников, пропавших без вести во время армяно-азербайджанского конфликта. Сегодняшний день 1969 года стал знаменательным в современной истории нашей страны. Судьба великого лидера Гейдара Алиева – это история Азербайджана. Написанная им история превратилась в летопись спасения, развития и национального прогресса. Общенациональный лидер – символ нашей национальной государственности, основатель нашей независимости. Охватившись с начала 60-х годов 20 века, политический, экономический и социальный кризис не обошел стороной и Азербайджан. И были большие потребности в серьезных реформах. Именно в такой период, 14 июля 1969 года, Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана. Этот год вошел в историю как переломный в жизни республики. Когда он был избран руководителем Азербайджанской республики, Азербайджан являлся одной из самых отсталых республик на советском пространстве. И это подтверждают и социально-экономические показатели. В результате его неутомимой деятельности в течение 13 лет Азербайджан стал одной из самых передовых республик на советском пространстве. Гейдар Алиев возродил экономику. Впервые осуществлено разграничение дна Каспийского моря, сыгравшего в период независимости исключительную роль в подписании контракта века. В Баку были построены такие промышленные гиганты, как завод глубоководных оснований, завод бытовых кондиционеров. Азербайджан по росту производительности труда в промышленности поднялся на первое место в Союзе. Гейдар Алиев был также автором плана широких мероприятий по развитию сельского хозяйства – хлопководства, виноградарства, плодоводства, чаеводства и животноводства. В республике были проложены новые дороги. Начался этап развития железной дороги, построено 14 станций метро. В Баку провели воду из Куры, было построено Джерамбатанское водохранилище. Баку обогатился образцами современной архитектуры. Мен 14 лет Азербайджан рахберли этмиштим, Азербайджаны хансы сэвиелера калдырмыштим. Биз совет режиминде яшырдык, биз бу режими дэштирэбилэрдэйм, йок. Ама иш орасындады, бу режимде сэн халга не эдирсэн. Халга не едирсен, милletine не едирсен. Eğer sen bu rejimi değiştirebilmezsense, sen bu rejimin imkanlarına istifade edip халга не едирсен. Onu ben ettim. Великий лидер провел серьезные реформы в сфере образования. В Баку открылся военный лицей имени Джамшида Нахчеванского, тем самым положив конец тенденции «азербайджанцы не могут быть военными». Особое внимание уделялось физическому здоровью молодежи. Он защитил от угрозы уничтожения национальный дух, доказал возможность достойно служить нации, даже пребывая в имперской зависимости. Первый период руководства Гейдара Алиева республикой доказывает, насколько решающую роль в ходе истории играют великие личности. В декабре 1982 года он был приглашен в Москву и назначен первым заместителем председателя Совета министров СССР. Его деятельность в Москве всегда была в центре внимания. Московская среда не повлияла на национальное содержание его деятельности. Мен 10 лет в Москве жил. Я жил в самом высоком должности.
Азербайджан халқының тарихында, мусульман алемінің тарихында не Рус, кешміш Рус империясында, не да Совет империясында о жүре зірбе чатан азербайджанлы мусульман олмамышды. Мен бұнан фәқр едірем. Чүнкі Азербайджан халқыны танытмыша. Азербайджан халқыны о Кремлин сарайына қалдырмыша. Бұнан фәқр едірем. Ancak ben 10 yıl orada yaşadım. Benim yüreğim Azerbaycan'la oldu. Гейдар Алиев вернулся на родину, уехал в Нахчиван. Находящимся в армянской блокаде Нахчиване народ сплотился вокруг него в кулак. 17 ноября 1990 года под председательством Гейдара Алиева состоялась первая сессия Верховного Совета Нахчивана. Из названия Нахчиванская автономия Советская Социалистическая Республика были исключены слова «советская» и «социалистическая». Наш трехцветный флаг был утвержден как государственный символ. В 1993 году народ видел тяжелую ситуацию в стране и, как последнюю надежду, настойчиво звал Гейдара Алиева в Баку. Он вернулся и избавил от грязных намерений расколоть Азербайджан, положить конец его независимости. Biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə Aç kalma olar. Məhz bunun için. Çünkü esirler boyu bizim ulu babalarımızla indiye kadar Azerbaycan'ın mütefekkir insanları milli azatlık, müstəqillik arzusuyla yaşamışlar. Milli azatlık, müstəqillik için mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Ama buna nail olabilmemişler. Biz buna nail olmuşuq. Годы руководства Гейдара Алиева Азербайджаном были увековечены как период национального возрождения. Его политическая позиция и идеи всегда побеждали. Блестящая победа Азербайджана в Отечественной войне 2020 года была победой и Гейдара Алиева, проявившего большой героизм на этом пути. Эта победа была победой светлых мыслей, идей общенационального лидера. Была победой сражавшихся в Карабахе сыновей нации. Фируза Надыр, Ксения Анисимова, Новости Астры. Два года назад в эти дни армянские провокации в Тулусском направлении продолжались. 14 июля 2020 года вооруженные подразделения Армении обстреляли села Ахдам, Аль-Бейли и Дон-Даргушчу в Тулусском районе. В тот день генерал-майор Полат Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, а также пятеро наших военнослужащих героически погибли в ходе ожесточенных боев, предотвращая атаки врага на переднем крае обороны. Гибель высокопоставленных офицеров, сражавшихся бок о бок со своими солдатами на передовой, вызвала одновременно и печаль, и гордость. Азербайджанский народ еще раз продемонстрировал солидарность нашей армии, патриотизм и решимость победить. Молодые люди добровольцами записывались в ряды армии. Таким образом, с тулусских сражений начался путь к великой победе. Всего через два месяца с освобождением наших земель в Отечественной войне кровь всех шахидов была отомщена, а их мечты стали реальностью. Сегодня еще одна группа инвалидов войны была обеспечена высокотехнологичными современными протезами четвертого поколения. Всего послевоенный период 338 протезами были обеспечены 324 инвалида войны. 200 из них – гази, которым были ампутированы конечности в результате ранения во время 44-дневной Отечественной войны и последующий период. В сентябре мы под руководством верховного главнокомандующего нашей армии присоединились к боям. Нашей главной целью, вопросом чести и достоинства, было освобождение наших земель от оккупации. Слава Всевышнему, нам это удалось, и мы одержали победу. После 44-дневной Отечественной войны они вернулись воинами-победителями победоносной армии. Эта победа обошлась жизнью и кровью тысяч героев. Наш собеседник, Гази Талих Джамалов, который месяц участвовал в боях, говорит, что был ранен в танке, получил одно осколочное ранение и перенес 18 операций. Его одна нога заменена протезом нового поколения. Спасибо нашему государству за обеспечение протезами на последней модели. Даже в таком состоянии меня переполняет чувство гордости. Если бы мне сказали, что нельзя вылечить, и я не смогу ходить до конца жизни, я все равно бы не пожалел об этом. Буду жить с чувством гордости. Последовательные меры, реализуемые в целях улучшения благосостояния семей шахидов и гази, свидетельствуют об особой заботе о гражданах данной категории. Обеспечение инвалидов войны высокотехнологичными современными протезами началось в декабре 2020 года.
Спустя некоторое время после адаптации они смогут свободно передвигаться самостоятельно без помощи каких-либо средств. В целом, с декабря 2020 года 324 ГАЗИ уже обеспечены 338 современными высокотехнологичными протезами, которые позволят им полностью восстановиться. 123 из них – инвалиды Первой Карабахской войны и лица, ставшие инвалидами в связи со службой в армии в период до Отечественной войны. В 1993 году во время боев в Карабахе в Сугавушанском направлении подорвался на мине, потерял правую ногу. И долгое время, почти 29 лет, я не знал о существовании Бакинского реабилитационного центра на таком уровне. Меня воодушевило наличие этих современных протезов. Благодаря новейшему технологическому оборудованию я пришел сюда, лечусь, взяли нужный размер для протеза, скоро получу. После лечения документирования оценивается инвалидность раненых на войне. Прошло больше года с момента обеспечения меня протезом. Я вернулся к прежней жизни. И сейчас обратился на получение нового протеза. Воевал на Физулинском направлении. Обо мне заботится государство. Они сами связались со мной и пригласили в реабилитационный центр. Протезно-ортопедический производственный реабилитационный центр сотрудничает с иностранными компаниями для использования подготовки протезов нового поколения. Мы уже давно сотрудничаем с вашим протезно-ортопедическим центром. И он на сегодняшний день оснащен по самым последним передовым технологиям. Представленные протезы отличаются своей активностью и функциональностью. Они позволяют свободно передвигаться без вспомогательных приспособлений. В целом завершается процесс протезирования ГАЗИ Отечественной войны. Гюнай Буниязаде, Сейраш Мамедов, Шайнки Азмазаде, новости Астаны. Наш следующий видеоматериал о знаменитых усыпальницах Шамахи. Это надгробные памятники в селе Келяхана имеют большое значение с точки зрения изучения архитектуры мемориального комплекса того периода. В настоящее время при поддержке фонда Гейдар Алиева на месте проводятся исследования, и археологи находят интересные факты. В 9-м километре к югу от города Шамаха находится раскинувшийся на 4,6 гектара комплекс мавзолеев Келяхана из 9 гробниц. Как считают, они относятся к середине 17 века. Эти исследования не только археологические. В целом, можно назвать комплексными исследованиями, потому что наряду с археологами работают ученые-эпиграфисты, нумизматы, архитекторы. После исследований будет проведен окончательный итог. Археологи обнаружили на местности остатки двухъярусного здания. Нижний ярус состоял из двух помещений. Для входа в них была специальная лестница в несколько ступеней. С восточной стороны в форме арки входная дверь в каждой из них. В стенах помещений по четыре ниши, вбитые друг против друга. Видно, что эти ниши предусматривались для светильников с целью освещения помещений. Основания так думать дают обнаруженные в процессе раскопок несколько глиняных светильников. Также исследуются погребальные традиции. В одной из усыпальниц захоронение на трехметровой глубине. Обнаруженные образцы отправлены нами в турецкие лаборатории. Пусть изучат остатки тканей, костей для получения определенных научных сведений. Это будет полезно. В советское время, точнее, в 50-х годах прошлого века, при проведении ремонтно-реставрационных работ в двух усыпальницах Келяхана в результате непрофессионального подхода первоначальный вид памятников был серьезно поврежден. Каменные надгробия были разбиты на куски, помещены внутри стен усыпальниц и покрыты облицовочными камнями. В ходе исследования на территории было обнаружено также много материально-культурных образцов. Хотя гробницы относятся к 17 веку, обнаруженные материалы относятся к 12 веку. Специалисты отмечают, что изучение в соответствующих лабораториях образцов из усыпальниц может быть важным с научной точки зрения. Поэтому турецкие археологи проявили свою силу в этой работе, потому что мавзолей Келяхана – это общее достояние не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Гюнель Хабилькызы, Нюльфер Асланзаде, новости АСТВ. Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Анисимова. Эфир азербайджанского телевидения продолжит документальный фильм «Халган Адамы». Не переключайтесь.